утро. Сегодня пятница. Решили заехать в лес. На дороге же грибников. Машин 10, наверное, на маленьком участке. Всем нужны грибы. Ну, пойдем посмотрим. Тишина. Сразу пошли маслята. В лесу тихо, хорошо. Дышать можно. Не как неделю две назад жарище-то было. И все сухо. Красота. Кроме маслят ничего. Кулачки посохли. Белая грусть тоже. Только маслят пока. Ладно, еще погуляем маленько. И тут маслята, и там маслята. Везде маслята. Как в лесу тихо-то хорошо, а? Здорово. Лес оживать начал, пусть дождеть. На этой стороне уже крупные маслята. Чисто, интереса нет. Тоже за грибами можно же идти. Здорово. Ну, какие красавцы. Рядом уже большие. И маленькие тоже. Какой это гриб похож на белый? Сейчас посмотрим. Тут маслята стоят. В рядок. Только собирай. Вон сколько их. Одни маслята. Одни маслята. Красота. Жаль, они нам не нужны. Вон и сколько. А тут еще два белых. Вообще красота. Вон какие. Это. Чего? Белые. Белые? Да ладно, врать-то. Правда, белые. Вот это да. Ну бери тогда, раз белые. Пакет не взяла. Ой. Ой, какие. Ну, кажик, красота. Вот это грибы. Это я удачно нашла. И маслята, и белые. Здорово. Вот такие переростки еще стоят. Ну, скоро грибников тут будет. Маслятами все усыпано. Все. Только нагибайся. Можно прямо за 5 минут набрать. Да. Но мы уже набрали. Мы уже оскомину набили. Нам уже не надо. Теперь только белые. Красота. Грибами пахнет. Здорово. Все маслятами усыпано. Вон сколько. Вон. Вон как сколько. Только собирай. Принцип чистый, нормальный. Еще белые бы росли побольше. Было вообще бы здорово. Между прочим, на рыбалку ведь собирались. Надо было в лес заехать. Да.
вслед моря. Все, идем к машине. Едем дальше. Вот наш самый любимый гриб, челыш. Красавец. Тут тоже маслят. Кругом одни маслята. Так что кругом одни маслята. Больше грибов нет. Даже кому маслят нужны, можно идти. Вон в траве везде. Везде прячется. Все усыпано. Проверили, чистый, нормальный маслят. Все маслят, все. Прямо на дороге растут. Кругом маслят. И тут маслят. И там маслят. Уже перерастают. Половина пока чистых. Все, поехали дальше. Заехали еще в один лес, где мох. Вообще ни одного гриба нет. Сыро, все нормально. В одном лесу есть грибы, в другом вообще пусто. Даже поганки не растут. Ну ладно. Поедем домой. Нагулялись, отдохнули. Всем до свидания. До новых встреч.